За всю историю существования человечества наш вид несколько раз сталкивался с угрозой полного или частичного вымирания, начиная от ледниковых периодов и заканчивая ужасными пандемиями черной смерти и испанского гриппа, лишь чудо спасало нас от настоящего апокалипсиса планетарного масштаба. В 21 веке мы считаем себя защищенными от такой опасности и верим, что больше таких ужасов не повторится. Мы смотрим такие сериалы, как «Ходячие мертвецы», и понимаем, что мертвые в принципе не могут пойти по земле, что это лишь фантастика. Но что если я вам скажу, что существует реальная угроза для всего населения нашей планеты, совсем не фантастическая, а очень даже реальная? Есть паразит, который пока что истребляет целые колонии насекомых и других членистоногих, но вполне может уничтожить и род человеческий. Называется он кордицепс, и один из вариантов гибели нашей цивилизации из-за этого реально существующего паразита был описан в игре «Одни из нас». А в этом видео вы узнаете все самое интересное о самом кордицепсе, о том, как он стал причиной пандемии планетарного масштаба, во что он превращает своих жертв и о стадиях заболевания. Вышел в свет брутальный роман «Князя Процента» 69 плюс-минус 1 равно ad hoc, сходу ставший одной из самых скандальных фантастических книг 2018 года. Книга повествует об охоте за одним из доживших до нашего времени античных чудовищ. Оно принимает женский облик, невероятно живуче и смертельно опасно. В романе также раскрывается секрет загадочной книги, которую лорд Генри подарил Дориану Грею. Именно эта книга развратила Дориана и превратила его в монстра. Оказывается, этот фолиант тоже дожил до наших дней и продолжает свое черное дело. За обилие любовных сцен и жестокое отношение главного героя к женскому полу, роман многократно был назван самой откровенной и скандальной книгой года. Критики и обозреватели назвали язык книги безупречным, а еще в романе много пасхалок и отсылок к творчеству Булгакова, Кинга, Уайльда и других классиков. 69 плюс-минус 1 равно ad hoc – это брутальный триллер, море эротики и интеллектуальный ребус под одной обложкой. Ссылка на книгу в описании. Вот черт. Она заразилась. Кордицепс – это грибковый паразит, который существует в реальности. Каждый из тысячи видов этого грибка нацелен на один тип членистоногого или насекомого и служит естественным регулятором популяции видов. Как только численность, к примеру, определенного вида муравьев достигает слишком большого размера, кордицепс начинает свою страшную жатву. Споры грибка проникают в мозг жертвы, после чего берут его под полный контроль. Перед смертью несчастное существо ищет такое место, где после гибели оно сможет стать рассадником еще большего количества спор и вестником гибели маленькой цивилизации. Сразу после смерти носителя из тела жертвы начинают прорастать грибы-споровики, из которых и выделяются смертоносные споры этого страшного творения природы, обрекая на смерть сотни тысяч насекомых. В «Одни из нас» кордицепс стремительно эволюционировал. На просторах Южной Америки, как становится известно из газеты «Техасский вестник», и появляются первые мутировавшие споры кордицепса. Урожаи сельскохозяйственных культур, шедшие на экспорт во многие страны мира из Южной Америки, обеспечили поистине огромный охват грядущей эпидемии. Стремительно распространившись по миру, споры кордицепса начали молниеносную атаку на разум населения нашей планеты. И уже через несколько месяцев после начала пандемии, две трети населения земного шара погибло или было заражено. Инфекция кордицепса проходит в 5 различных стадий, о которых я и расскажу. Примечательно то, что кордицепс – это именно паразит, то есть он живет благодаря жизни носителя. Он не убивает тело и мозг человека, а лишь берет его под полный контроль. Инфекция передается различными путями – через вдыхание спор, слюну или кровь, через укусы и порезы. Сразу после попадания в организм человека начинается первая фаза заражения – период инкубации. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Кордицепс проникает в мозг жертвы, что обычно занимает от 1 до 2 дней. Первые явные признаки заражения после попадания паразита в мозг – это приступы агрессии. Обусловлено это тем, что главная цель кордицепса, помимо выживания, – это распространение. Во время первой стадии заражения паразит берет под контроль все самые важные системы человеческого тела. После этого и начинается самое ужасное – в теле происходят необратимые изменения.
Первым меняется мозг, на нем появляются грибковые наросты, распространяющиеся на все тело жертвы, означая, что началась вторая фаза заражения. Больных на этом этапе называют бегуны. Грибок пробивает черепную коробку и прорастает через глазницы, из-за чего начинает сильно страдать зрение жертвы. Жертвы издают стенающие крики. Достоверно неизвестно, сохраняют ли бегуны сознание, но как раз судя по этим крикам и благодаря тому факту, что мы точно знаем, что мозг не умирает на всем протяжении жизни зараженного тела, можно предположить, что, по крайней мере, на стадии бегуна мозг сопротивляется заражению. Возможно, жертва еще находится в сознании и понимает, что с ней происходит, продолжая бороться с кордицепсом, но тело уже находится под контролем паразита. То есть сознание находится в плену, в теле, которое больше ему не подвластно. А что, если внутри них люди? Пленники в теле, которое перестало их слушаться. Вдруг так будет со мной? Сэм? Что такое? Заразился! Бегуны внешне мало отличаются от человека. Инфекцию выдают только появившиеся грибковые наросты, крики, безумие и агрессия при приближении неинфицированных людей. Если рядом нет зараженных, бегуны ведут себя вяло, стоя на месте или бесцельно бродя по округе. Как я уже говорил, зрение бегунов ослабевает, а в их мозгу идет борьба за власть над телом, поэтому эта фаза самая неопасная для оказавшихся поблизости неинфицированных людей. Можно аккуратно обойти бегунов, не издавая шума. Они могут не заметить вас, даже если вы находитесь прямо перед ними, но все же стоит обходить всех зараженных стороной. Если необходимо нейтрализовать бегуна, то лучше нападать из засады или подкрасться сзади. Так как тело зараженного живет, то и убить его можно теми же способами, что обычного человека – задушить или повредить, желательно мозг. Подойдут любые виды оружия и подручные средства – ножи, биты, доски или в крайнем случае кулаки. Но помните, разбив кулак о бегуна, вы рискуете заразиться. Атаковать их стоит крайне аккуратно, так как обычно зараженные держатся недалеко друг от друга, поэтому старайтесь не создавать лишнего шума. Фаза бегуна протекает от одной недели до месяца, после чего грибок проникает все глубже в тело человека, превращая его в сталкера. Сталкеры уже куда более грозные противники, чем бегуны. Зрение снижается еще сильнее, и обычно функционирует только один глаз. Так как на следующих стадиях болезни зрение полностью исчезнет, на этой стадии начинается формирование псевдоэхолокации. Благодаря ей зараженные в будущем будут отлично ориентироваться в пространстве и находить своих жертв. На этой стадии заражения существо, в котором вряд ли уже остались хотя бы какие-то частички человеческого сознания, начинает издавать квакающие звуки, что и является знаком того, что у него формируется способность к эхолокации, которая работает так же, как у летучих мышей и дельфинов. Квакающие звуки отражаются от окружающих вещей и существ. По этому отражению зараженные и ориентируются. Сталкерами их называют из-за того, что, обнаружив жертву издалека, они прячутся и пытаются напасть из засады и с фланга, нередко действуя группами. Столкнувшись с ним лицом к лицу, будьте уверены, что сталкер тут же накинется на вас. Внешне сталкеры все еще сильно напоминают людей, но на их лицах уже сильно различимы большие грибные наросты. Лица начинают терять человеческий вид, а поведение становится еще более агрессивным. На теле некоторых сталкеров появляются биолюминесцентные вены, благодаря чему их неплохо видно в темноте. Сталкеры куда опаснее, чем бегуны. Они часто действуют большими группами. Обойти их или подкрасться сзади тоже гораздо сложнее. Они сильнее и быстрее бегунов, а выраженные наросты на лице лучше защищают их от атак. Если дело дошло до драки, то лучше истреблять их с безопасной дистанции огнестрельным оружием, заманивать в ловушки или сжигать. Прожив год в теле зараженного, инфекция превращает несчастного в щелкуна. Называют их так из-за того, что они издают характерные щелкающие звуки.
Это щелканье свидетельствует о полностью развившейся способности к эхолокации, благодаря которой зараженные отлично чувствуют все, что происходит вокруг них. Каждым своим движением или вздохом вы можете обнаружить себя, поэтому нужно быть крайне осторожным рядом с щелкунами. На этой стадии зараженные полностью лишены зрения. Голова и тело щелкунов покрываются грибными наростами, человеческих черт лица уже нет. Эти наросты гораздо крепче, чем на предыдущих фазах заражения, и служат естественной броней для существа, выдерживая выстрелы из мелкокалиберного оружия и удары различными предметами. Их сила и ловкость также превосходят человеческие, поэтому вырваться из смертельных объятий щелкуна практически невозможно. В открытом бою они крайне опасны, поэтому если вы все же вступили с ними в бой, лучшим выбором будут дробовики, обрезы, огнеметы и коктейли Молотова. В ближнем бою забить их кулаками невозможно из-за приобретенной грибковой брони, так что единственный выход – ножи или что-то помощнее. Но самым лучшим вариантом будет обмануть щелкунов. Из-за их полной слепоты можно отвлечь их внимание звуками, например, кинуть какой-нибудь предмет в сторону от вас и безопасно прокрасться за спиной отвлеченного щелкуна. В стадии щелкуна зараженный существует в районе 10-15 лет, после чего достигает финального, самого редкого и опасного этапа развития. Он становится топляком. О нет. Это что за хрень? Чего? Элли, прячься! Разберусь. Зачем он нас убивает? Элли, не подходи к нему! Все. Господи, почему он такой раздутый? Давно болеет. Вот и разнесло, как утопленника. А, утопляк, ясно. Не хочу прерывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда. Тело зараженного на этой стадии полностью покрыто крепкой и толстой грибковой броней, которая выдерживает огромное количество выстрелов и ударов. Они очень сильны и способны буквально разорвать любого человека на части, поэтому даже не думайте подходить к ним близко. Это наверняка будет вашей последней ошибкой. Эхолокация также развита сильнее, чем у щелкунов, так что спрятаться от них будет еще тяжелее. На теле топляков произрастают мешочки с микотоксинами, которые они используют в качестве оружия дальнего боя, так что сидеть в укрытии или статично находиться на расстоянии у вас не получится. Главная слабость топляков – это медлительность из-за огромного веса и неповоротливой брони, а также уязвимость к огню, как и у других зараженных. Если бой с топляком неизбежен, то лучшим вариантом будет комбинирование огня от коктейля Молотова или огнемета и последующие выстрелы из дробовика, обреза или винтовки. Но, как и в случае с зараженными на других стадиях, лучше просто обойти их стороной. Даже после смерти тело носителя болезни все еще опасно. Перед гибелью зараженный старается найти место, в котором он сможет распространять кордицепс после своей гибели. Чаще всего это темные влажные места, подвалы, туннели, парковки. После смерти тело начинает превращаться в колонию грибов, которые извергают споры, способные заразить неосторожных людей. Спастись от этого можно только с помощью дыхательных фильтров. Насколько мне известно, существует лишь один человек с иммунитетом от кордицепса. Это девочка Элли. Возможно, есть и другие. На нас повесили больную девчонку. Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите! Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели! Клянусь! Но это события игры. А что же в реальном мире? Пока что все известные виды кордицепса действуют только на членистоногих. Но в одном из своих интервью профессор энтомологии и биологии Дэвид Хьюз из университета штата Пенсильвания сказал, что вариант мутации кордицепса, при котором он сможет заражать людей, далеко не фантастика. И возможно, что в будущем именно это творение матушки природы сотрет нашу цивилизацию с лица планеты. Ведь многие болезни, которые косили род человеческий, раньше были только у животных. Тот же синдром приобретенного иммунного дефицита или СПИД.
или бубонная чума. А как вы думаете, какой вариант гибели человеческой цивилизации самый реальный? Будет ли это глобальная эпидемия, падение метеорита или, может, атака галактической империи? Пишите в комменты, ставьте лайк, тыркайте на колокольчик и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо за просмотр и аккуратней со спорами. Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. Да я над тобой стебусь.